один из самых уникальных поэтов поколения — Дилан Томас. Что было цельным, рушится на части. Память — это бред, в ней вымысла даже больше, чем в жизни. От этих выступлений я не получаю никакого удовольствия. Что им еще показать? Любовь — слово, которое затерто до дыр, потерянное для меня. Какого черта ты говоришь, что я испортила твою жизнь? Мое сердце разбито! Мое сердце — это не оправдание! Я его даже не знал. Гораздо проще любить людей, которых не знаешь. Если мы что-то чувствуем, это еще не означает, что оно реально. Я хочу вас спросить прямо. Вы хотите умереть? Какой любопытный доктор. И кто же может отказать публике? Он должен выступать! Я поэт. Я говорю за всех. У мудрых к свету путь короче. Но умирающие, братцы, сильней пылают, храня. Не уходи покорно в сумрак ночи. Благодарю. Дилан Томас, любовник и поэт. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы не пить? Вы про все эти диарею, судороги и тошноту? Да. Как же я с ними справлюсь без выпивки?